Человек предал меня. Ирина Круг не смогла принять неверность бывшего мужа. Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что последний муж-предприниматель Сергей Белоусов изменял ей, поэтому она с ним и рассталась. «Нам невозможно было сохранить наш брак. Я не могу простить. Я конкретный человек. Назад возврата нет. Виноваты оба, конечно, всегда. Человек предал меня. Я очень верный человек. Круг преданная, как собака. Я семейная и не пьющая. Постоянное присутствие Миши его убивало. Это как клубок. Когда мы разошлись, то стали хорошо общаться». Как отметила Ирина Круг, Сергей старался не вмешиваться в воспитание ее сына от шансонье Михаила Круга Саши. «Больше в этом участвовали мои отчим и моя мама. Очень многое дал Саше. Он водил его в секции, он положил все, чтобы Саша учился хорошо. Дед заменил ему отца. Сергею было очень тяжело. Они сейчас с Сашкой нормально общаются, на охоту вместе ездят. У нас не было конфликтов, все было ровно. Он хороший человек. Меня всегда защитит, я это точно знаю», — заявила Ирина Круг.